хотели встретиться с открытым ведяшкой. Большое поздравление, Малочка, с открытым ведяшкой. Ура! Ура! Спасибо. Удачи! Вырасти в успех! Вот так! Я видела ее рекламу в интернете. Меня это привело сюда. Чувство интуиции, оно меня подвело. Потрясающая женщина с внутренним свечением, с добротой. Вот вы смотрите, как светятся ее картины. И в этом вся Алла. Спасибо, Аллочка. Удачи. Давайте посмотрим некоторые работы Аллы. Видите, какие красивые. Причем она пишет с натуры. Она с фотографии не пишет. Это большая редкость в наше время. Мне очень нравится эта картина, она похожа на гобелен, на самом деле она написана красками. Такие замечательные натюрморты. Это можно сфотографировать.